Сергиев Посад планомерно прощается с ветхими аварийными строениями. На улице Школьной 4 дома уже снесены, еще 2 ждут своей очереди. Их бывшие жильцы уже переехали в новые квартиры. До конца этого года в Сергиево-Посадском округе планируется снести еще почти 50 аварийных зданий. По многоквартирным домам где-то порядка 16 будет снесено. И большой объем объектов незаконченного или аварийного капитального строительства у нас по району. Это водонапорные башни, канализационно-насосные станции и прочие дома, недострой, которые есть вообще в районе. На месте старых домов будут реализованы новые проекты, направленные на улучшение качества жизни горожан. Пока будет холодно, будет лежать снег, у нас есть время вместе с жителями все-таки принять окончательное решение о том, что же здесь будет. Да, конечно, есть план построить здесь небольшой, компактный, не очень высокий один жилой дом, только для того, чтобы дальше продолжать программу переселения. У нас мы 6 домов здесь на Клементьевке сносим в этом году, но у нас уже в следующем и в течение ближайших 2 лет на расселение стоит еще столько же здесь же, через дорогу буквально дома тоже в состоянии не лучше, чем были эти. Людей тоже надо как-то расселять. И, конечно, кто-то переедет, может быть, и в этот новый дом. Но в любом случае основная часть этой территории будет отдана под благоустройство. По словам Сергея Пахомова, на территории нашего округа еще как минимум 100 домов по всем признакам подлежат расселению. Но аварийными они еще не признаны. Однако депутаты Госдумы по поручению президента начинают разработку новой программы расселения аварийного жилья в Российской Федерации. Сергей Пахомов уверен, Посад обязательно войдет в эту программу. Ирина Максимова, Михаил Кирсанов. Программа «События».